Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и это YouTube-канал «Счастливая улитка». Покажу, как сделала сердце из палочек, вернее, веточек. Веточки мне понадобятся разной толщины. Потолще и потоньше, ну вы сейчас их видите. По моей просьбе папа распилил мне веточки на кусочки, которые равны примерно 1 сантиметру. Сначала он пилил те, которые потолще. Затем веточки потоньше. Я складывала примерное сердце, примеряла несколько раз, как бы я хотела его сделать. Белая пряжа для того, чтобы можно было подвесить сердце. Сложила еще раз. И начала клеить. С первого раза мне ничего не получилось. Точнее, оно приклеилось, а потом сердце распалось. И я переклеивала постепенно, давая высохнуть. Сердце в итоге у меня стало другой формы, не как я изначально планировала. Не так форма, которая задумывалась. Но зато держится хорошо. Пряжу с помощью иголки продену в щели между бревнышками. Продела и завязала. Вот что у меня получилось. В общем-то, получилось то, что я задумывала. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.